Жуткая авария произошла 27 сентября около 12:45 на 227 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» на отрезке между Суздалем и Ивановской областью. 35-летний водитель автомобиля ВИЗ, в народе такую машину называют «пирожком», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Ивэко под управлением 58-летнего водителя, а затем врезался в следовавший за грузовой машиной автомобилем Toyota Camry. За рулем иномарки находился 37-летний водитель. В ДТП погиб водитель отечественного автомобиля ВИЗ. Он получил серьезные травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи. Сильно деформировался и большегруз. Водитель с переломом ног и закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в больницу. Судя по фотографиям с места аварии, легковушка ВИЗ после столкновения превратилась в груду металла. У водителя отечественного автомобиля, 1986 года рождения, было немного шансов остаться живым. Вероятно, отечественный автомобиль перевозил какой-то груз. По дороге разлетелось множество картонных листов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.